Всем привет, друзья! Купил вот такой ящик для разных аксессуаров для Mercedes 212. Вот так. Вот такой вот ящик с резинками. Сейчас покажу, как будет выглядеть в автомобиле. Ставите вот это вот так. Когда вам надо что-то поставить снизу, вы просто поднимаете, ставите снизу и опять ставите на место. Этот ящик бывает два типа: для USB, для один USB и для двух USB, когда USB вот здесь. Вот здесь два USB. И у вас снизу будет дополнительный отсек для разных аксессуаров. И сверху для копейки, для ручка, карточка и так далее. Очень удобно. Сейчас я покажу, как выглядит, когда все это уже заполнено.